Всем здравствуйте. Привет. Да, мы решили выехать, проехаться по городу, посмотреть, как проходит день всех трудящихся. 1 мая в Берлине. Да. И оказывается, мы такие не одни, целые марафоны на велосипедах проходят. Да, ну в общем, нам не удается ничего никуда проехать, потому что везде все перекрыли, едут велосипедисты, и мы сейчас вам их обязательно покажем. Первого мая 2021 года десятки тысяч людей вышли на улицы, и, например, эта велосипедная демонстрация, она была довольно мирной, прошла по центру города, а также по району Грюневальд, и можно сказать, что основные лозунги были против того, чтобы строить виллы в зеленых красивых районах. Надо сохранять природу. Но к вечеру ситуация в таких районах, как Нойкёльн и Кройцберг, очень сильно изменилась, начала накаляться, настроение стало более агрессивным, и в офицеров полиции из толпы бросали бутылки, петарды, камни. Естественно, полиция применила перцовые баллончики, но позже уже горели деревянные поддоны, мусорные баки на зоне налее, а также подожгли внедорожник в районе демонстрации, и ситуация утихла только около 21:30. И тем не менее, участники демонстрации частично разошлись по прилегающим улицам в парке, но полиция с фонариками прошлась по парку и напомнила гражданам о том, что с 21 часа существует запрет на выход. А почему же именно 1 мая называют днем всех трудящихся? Где же начало этой истории? А началась история 1 мая в США в 1886 году, еще в 19 веке. Дело в том, что тогда условия труда были просто ужасными, небезопасными, и люди вышли с демонстрацией на улицы, требуя первым делом это сокращение рабочего дня до 8 часов. 1 мая выбрали днем для демонстрации, так как его тогда называли днем переезда. Старые трудовые договора уже истекли, а новые еще не были заключены. Эта демонстрация тогда в Америке закончилась довольно кровопролитно, было как много пострадавших, так и погибших, но тем не менее они смогли добиться того, что с 1 мая 1890 года в Америке будет 8-часовой рабочий день. Немцы посмотрели на все это дело и решили себе устроить забастовку. Она, правда, растянулась до середины лета, и 8-часового рабочего дня они так и не добились. Только в 1919 году будет принято решение о 8-часовом рабочем дне. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.